Ребят, всем привет! То, чем я с вами сегодня хочу поделиться, изначально планировалось для закрытого чата в Вайбере. Но как только я начал печатать, понял, что выхожу за рамки формата, и поэтому решил записать это видео и сделать его доступным. Вообще, видео — это такая штука, которая позволяет передавать эмоции наиболее полно в общении. И эмоции — это именно та штука, которая драйвит наши тренировки. Я говорю о тренировках по хип-хоп-фитнесу, хипнес называется. Кстати, я приветствую отдельно всех моих прекрасных коллег по танцевальному цеху. Девушки, привет! Отдельный привет и респект двум Борисам. О них я скажу чуть позже. А сейчас я хотел бы поделиться такой штукой, которую я поймал именно в хипнесе. Мы как-то сравнивали хипнес и фитнес традиционный, хотя ничуть не умаляя достоинств кроссфита, фитнеса и всей спортивной массовой культуры. Это отдельная и очень мощная тема, и отдельная тема для разговора. Но в хипнесе лично я нашел вот эту творческую свободу, которой мне не хватало в традиционных занятиях. И особенно прикольно, когда под конец занятия особенно ты начинаешь подтупливать, и тело и мозг уже устают порядком, но ты понимаешь, что ты пришел сюда не просто попереминаться с ноги на ногу, и надо вообще постараться. И... о чудо! Бочка и коллап тебя подхватывают, ты начинаешь уже дрыгать руками и ногами примерно в том же направлении, что и тренер. И вот тут добавляется эмоция. И вот на этом моменте у тебя появляется новая свобода, которую раньше я нигде не мог найти. Вот за это я хочу, во-первых, сказать организатору спасибо, Борис Городенский. Спасибо тебе, что ты это сделал и сделал это для нас доступным. Ну а в адрес нашего замечательного и обаятельного тренера я много слов говорить не буду. Девушки сделают это за меня куда лучше и приятнее. Борис Левчук, ты супер. На этом у меня все, друзья. Всем хорошего дня. Пока-пока.